После окончания дезинфекции республиканская клиническая больница имени Куватова станет центром по COVID-19. Сейчас из медучреждения начали отпускать врачей и пациентов. Об этом во время оперативного совещания в правительстве сообщил министр здравоохранения Максим Забелин. Главный врач РКБ Эльза Сертланова уходит на самоизоляцию. Ее обязанности будет исполнять Евгений Кустов. В некоторых отделениях больницы дезинфекция уже началась. В роддоме при медучреждении эти процедуры уже проведены. С мая он начнет работать в обычном режиме. В самом госпитале останутся 150 пациентов, которые находятся в тяжелом состоянии как по основному заболеванию, так и по COVID-19. Лечением будут заниматься сменные бригады врачей. Замена медицинских работников, которые отработали вахтовым методом 2 недели, они уходят на обсервацию либо самоизоляцию. У кого нет этой возможности, отправляем в изолятор с целью дальнейшего медицинского наблюдения за ними. Выходит новая у нас смена бригады. По медицинским показаниям будет проведен перевод пациентов для дальнейшего лечения или наблюдения в условиях изолятора по месту жительства. Напомню, что республиканская больница имени Куватова в Уфе закрылась на карантин 7 апреля. На тот момент в ней находилось 1200 человек. Из них около 600 пациентов и примерно столько же персонала.